Вас. А, отлично. Я тут подожду. Что ты в нос говоришь? Приболела, что ли? Да. Так а что здесь сидишь? Ты 7 вечера уже. Ой, пора бы уже и домой. Мы вот с 10 работаем, но как назло пятница суматошная выдалась. Хотите чаю? Я зеленый только что заварила. Чай вреден организму, даже зеленый. Налей-ка мне лучше водички. Ага, сейчас. Да-да. Да, Гульнара Тулигеновна. Хорошо, сейчас позову ее. Алло, Ир, привет. Тебя шеф срочно вызывает. Как, уже ушла? Нет, придется вернуться, дело срочное, как я поняла. Да постараться, не то слово, она просто вне себя. Ага, давай, мигом, ждем. Это я, мой золотой. Как вы там уже собрались? Мы где-то через полчасика будем у вас, так что готовьтесь. Забронируй столик получше. И надеюсь, будет живая музыка, как ты и обещал. Пока-пока. До встречи, Барсик. Я пойду переоденусь. Вы тут посидите, не пускайте в кабинет Гульнару. Не беспокойся, дорогая, иди, кыш. Извините, можно я здесь протру? Почему именно тут? Подождите 5 минут, а я уйду. Ну, конечно, если вас не затруднит. Не стойте тут, не действуйте на нервы. Мне осталось помыть только вот этот кусок, а куда-то еще идти, у меня сил нет. Господи, что за настойчивость тупая? Вы вообще тут работаете? Я с Гульнар поговорю, что за сотрудники у нее наглые. Ой, говорите, мне уже все равно. Я дорабатываю последнюю неделю и увольняюсь. Вот и правильно. Проваливай. Это же никакого такта и уважения. Какая-то уборщица будет меня с места сгонять. Да я не сгоняю, я просто жду, когда пройдут 5 минут. Мне еще 3 этажа сегодня мыть. Ну так идите, мойте их. Это место потом домоете. Потом все уйдут. А ключи от офиса у меня нет. Ваши проблемы. Ну хорошо, я отойду. Полюбуюсь видом. Спасибо за понимание. Да, как же красиво. Панорама на Ханшатыр. Театр. Мечеть. Элеватор. Все как на ладони. Жалко, вот темнеет быстро. Что-то... не получается. Добрый вечер. Анель нету? Шеф себя? Да, но мне велено никого не пускать. Так меня же вызывали. Ничего не знаю, сидите и ждите. Ну, на минуточку. Меня уже из автобуса буквально вытащили. А, это с вами Анель говорила? А вообще кто? Давайте я как гулять позвоню, так положено. Звоните. Какой у него внутренний? Я не знаю. Я через Анель всегда связывалась. Это же шефиня. Ты что, еще не зашла? Меня не пускают. Давай скорее, она там рвет и мечет. Работает, кстати, почему-то только один лифт. А это? Уборщица. Так просто в кабинет вошла? А, ей все можно. Она работает бесшумно, быстро, качественно. Не скажешь. Я ее не замечаю. А я вот заметила. Тетка еще та. У нее сын недавно погиб. В аварии разбился с женой вместе. Теперь одна будет. И со своей дочкой, и с его дочкой. Работу новую ищет, где бы больше платили. Хорошо хоть дочке 24 года.
тоже вот-вот на работу выйдет. Вуз вроде бы какой-то закончила. А Салтанат, по-моему, работала на обувной фабрике. Ну, в 90-е. Да уж. Пути Господни неисповедимы. Особенно во времена перемен. Да что ж там за дело такое позднее? У меня завтра день рождения, хотел еще пироги успеть напечь. О, поздравляем, хоть и нельзя заранее. Да, что-то они задерживаются там нереально. Надо хоть позвонить, сказать, что мы опоздаем. Вот черт, и часто у вас в вашем небоскребе так свет вырубают? Да впервые вообще-то. Если и лифты не работают, то придется нам сегодня с вами с 22-го этажа пешком спускаться. Ни разу по лестнице не ходила, а вы еще и на каблуках. Да включат сейчас. Не может быть, чтобы в центре на левом берегу надолго свет пропал. Я позвоню пока. Золотой? Как ты, мой сайгачонок? Да, да, все как и договаривались. Но вот, похоже, мы застряли еще на часик. Ну, заказывайте ужин, начинайте без нас. Ага. Странно. А в других-то зданиях свет есть. Дверь заклинила. Что? Я говорю, дверь электронная, при аварии всегда открытой должна быть. А тут не открывается. Еще и толстенная такая. Господи, не паникуй. Давай я попробую. Ага. Ну, хоть что-то в этом городе сделано на совесть. Ну, если не считать проблемки с заклиниванием. Раиса, дорогая. Извини, что так получилось. Привет. Привет. Да. Интересная ситуация. Анель, позвоните на вахту. Знаете, в чем дело? Ага. Телефоны отключены. Звони с мобильного. Ой, а мой разряжен. Возьми мой. Да я все равно номера не знаю. Он был в самой записной электронной книжке в телефоне. Может, в полицию позвонить? Окей. Ты пока ищи номер вахты. Ага. Я сама позвоню в полицию. Или в пожарную. А куда звонят в таких случаях? Вы, наверное, знаете? Ой, да звоните кому-нибудь. Ах да, я же могу позвонить Серику. Кто есть Серик? Водитель. Алло, Серик, добрый вечер. У нас тут немного смешная ситуация. У нас съезд в Музе. Посходите на вахту, узнайте, в чем дело. И перезвоните мне сразу. Ах, да, скажите им еще, что у нас дверь заклинила. Раз 100 лет меня пригласили на свидание, и надо вот застрять тут на ровном месте. А была одной ногой уже в автобусе, уже померзла на остановке. А тут такое дело. Ничего. У нас, похоже, тоже сегодня вечеринка накрывается. Раиса, я сегодня точно не пойду никуда. У меня тут проблем по горло. Что случилось? Час назад мне был анонимный звонок. Мой холдинг хотят уничтожить. В смысле? Физически? Ну, не совсем. Отбирают бизнес. Мы вышли на хорошие обороты, и кому-то наверху наш кусочек показался лакомым. Да нет. Да, я отказалась наотрез, сказала, что не пойду ни на какие условия. Тогда они сказали, что первое предупреждение я получу сегодня и пойму его. Похоже, это отключение света неспроста. Зачем я только пришла сюда сегодня? Ну и что делать-то? Я вызвала Ирину, чтобы она скопировала все данные, но все напрасно. Алло, Серик? Да вы что, вызываете нам полицию, пожарную, скорую, все такое прочее? Серик? Я вас не слышу, алло, говорите громче. Какой-то шум, алло, Серик? Они блокируют связь. Ситуация гораздо хуже, чем я предполагала. Похоже, нам придется пробыть еще какое-то время. Хорошо, что есть туалет. Хорошо, что есть диван. Я подниму всех своих знакомых, все свои связи. Вот только как? Без связи. Пойду поищу, вот вроде свечи какие-то были. Да. Как же жить так? Без связи и связей. Хорошо, что у меня есть с собой ноутбук. Может, интернет сработает. Мамочки, как я волнуюсь. Я боюсь. Все будет хорошо. Видите, у нас и свет есть. А, ну,
Как успехи? Пока ищет сети Wi-Fi. Наша, понятно, не пашет. Так, нашла. Слабенькая, конечно. И под паролем. Они ж не дураки. Попробуем взломать. А так? А вот так? Слушай, Гульнар, ну, хорошие у тебя сотрудники. Профессионалы. Взломать. Не знала о таких способностях Ирины. Сейчас вся надежда только на нее. А нельзя придумать что-то еще? В окно выставить какой-то знак? Ведь в здании напротив нас могут заметить. Хорошая идея. Блестящая. А почему нет света? Почему мы тут все сидим, и нас никто не открывает? Слушайте, ну вы вообще помолчите, а? Ну вот только вас тут не хватало, ну! Салтанат Бахтияровна, сами не знаем, что это. У всех дел полно, у вас и ребенок маленький теперь. Надо бы как-то знать, дать понять, что мы здесь находимся. Давайте будем писать письма и бросать их вниз. Робинзонада, елки-палки какая-то. Ну а что теперь, сидеть сложа руки? Ирина, как там с паролем? Все будет в порядке. Пытаюсь еще. Так, сеть называется Тенда Мой Офис. Какой может быть пароль, как вы думаете? Любой практически, все стандартные вариации, включая QWERTY с цифрами, QWERTY наоборот, 1 до 8, от 8 до 1, 8, 7, 3, 9 единичек, и все годы рождения начинают до 1960 месяцами. Хорошо, что скачал зловщик на днях, правда, для другой программы. Сейчас попробую пакетные данные перехватить. А вы тряпочку нашли или письмо написали уже? Итак, что пишем? Не знаю, все мысли куда-то исчезли. Соберись, Гульнар, ты можешь. Как мне холодно. И кушать хочу ужасно. Да, который час? Уже 8:30. Не мудрено, что кушать хочется. Угу. Сейчас попробую сочинить текст. Угу. Наши красавцы уже сейчас, наверное, второе горячее заказывают. Хоть смс-ку написать, что ли? Вдруг проскочит сквозь заслон. А вы знаете, а мне нравится, что мы в такую ситуацию вляпались. Это жизненное испытание, приключение. А чё? Всю жизнь мечтала. Но. А чё такого-то? А у меня в воскресенье поминки по сыну. 40 дней. Сегодня хотела помыть все этажи, освободить все выходные. Домой только поздно приду, не успею с Алиюшей поиграть. А это ЧП, с одной стороны, подарок судьбы. Я просто отдохну. А поминки? Да что там? Все равно никто не придет. Я же сама из детдома. Родни никого нет. Муж мой давно ушел туда. Я долго переживала, плакала. Повеситься хотела. Меня дети тогда спасли. Вытащили из петли. А что человек без второй половинки, с которым ты все время проводишь? Делишься мечтами, заботами. Здесь на верхних этажах я как будто ближе к нам. Мы столько вместе прошли. Кино снимать можно. Он был видный парень у меня. Работал простым строителем, потом стал начальником участка. Да, выпивал. Да, сердце. Не уберегла. А Илюшу я все-таки поставлю на ноги. С дочкой проблем уже нет, сама себе путь найдет. А Илюша, радость моя, она будет жить как королева, так мой сын хочет. Хотел. Она у меня будет добрая, хорошая. Я ее так воспитаю, на книжках, на труде. Она у меня и готовить будет вкусно, и шить, и по дому будет все делать. Приготовит нам как-нибудь торт бисквитный с орехами. Ну, Салтанат, кушать и так хочется, а вы про торт. Ой, простите, простите. Не дают мне удочерить Алиюшу. Говорят, средств на задержание не хватает, жилого пространства недостаточно. Но мы же жили в этой комнате, все вместе помещались как-то. Ой, девочки, девочки, я тут кое-что нашла. Во-первых, вот шоколадка наша голубая, казахстанская, во-вторых, сигареты. Полпачки, ну уже что-то. Я и забыла, у меня тоже кое-что припасено для гостей. Сейчас чайник поставлю, и мы хотя бы перекусим. Давай, давай. Да, ну не может же быть такого, чтобы в центре столицы, крупного современного города, в сердце мира, в Евразии, в 21 веке, вдруг люди оказались без средств коммуникации. Вот можно мне тоже? Я редко курю, но сейчас захотелось. Ого, ветер какой, оказывается. Ага.
Высота тут солидная. Муравейник вон внизу. Пробки рассосались уже. Я давно не была за рулем. С тех пор, как он начал меня возить на моей же машине. А потом, как мы расстались, я просто не смогла. Стало некомфортно одной ездить. Невозможно просто. Он был, ну, он есть, в общем-то, мужчина моей мечты. Тонкие такие черты лица, кавказский профиль, небольшие усы, но шатен, татарин. С глубоким голосом, с густым еще таким, и глубоко посаженными голубыми глазами. Высоченный, а как он пел! Он играл на гитаре и пел собственные песни. Джазист, блюзмен. Он играл в ресторане. Да, я из высшего общества, а он так, простой музыкант. Но талантливый. Он был женат. Не, он был в разводе, я тоже. А потом, уже ближе к концу, я узнала, что он немного того. На наркотиках сидел, короче. Угу. Немного? На наркотиках невозможно сидеть. Ну, я об этом не знала. При мне он не баловался и мне что-то не предлагал. Наш роман продлился полгода. Но это были счастливейшие 6 месяцев. Он говорил мне комплименты такого высшего класса. Он посвящал мне стихи и песни. И что? Почему вы расстались? Ой, да долго рассказывать. Давайте лучше сочиним текст, как нам отсюда выбраться, а то что-то все присутствующие через исповедь пройдут. Он оказался банальным альфонсом, а ты повелась. Ну зачем так цинично? У нас была любовь. Он обогатился на несколько тысяч долларов, разве ты забыла? Ой, когда же чайник вскипит? Я и не подумала, забыла. Придется так холодной водой запивать. Ох, ну к утру, надеюсь, все обнаружат нашу пропажу и начнут нас искать. Дай бог. Я вот лично мало надеюсь. Какая-то бумажка под дверью появилась. Гульнар Тулигеновна, мы блокировали телефоны и все Wi-Fi сети. До утра никто вас не хватится. Мы знаем, что ваши родные уехали за границу, а в офисе, кроме вас и секретаря, никого нет. Система безопасности также находится у нас под контролем. Система видеонаблюдения здания и пожарная сигнализация. Мы их попросту все блокировали. Отрезали ваш офис. Водителя вашего мы тоже поддержим у себя. Вы знаете, чего мы хотим. Не делайте глупостей, и все закончится хорошо. Для вас, ваших коллег, вашей семьи, которые отдыхают в Ницце. Мы отвечаем вашим родным по WhatsApp за вас, что у вас все прекрасно. Ответ предоставьте в течение 1 часа. Кайрат. Я правда не знаю, что делать. И я не знаю, что делать, Вулечка. Все так страшно и серьезно. Ничего, что-то придумается. Должен же быть какой-то выход из этого бреда. Да что этот Кайрат нам может сделать? Пожар приедет, точно пожарка. Газом траванут. У нас окно есть, будем проветривать. А открыть двери и расстрелять? Воду отравить. Нет, не в его интересах вас уничтожать, раз он хочет фирму к рукам прибрать. В тебе умер детектив. Да пока не умер, а жив. Давай-ка предположим, что бы я делала, будь я на месте этого шантажиста. Почему он не боится писать такие письма? Интересно, ведь останутся свидетельства. Остается одно – запугать. А я таки подсоединилась к интернету. Что писать, куда?
Пишите в Facebook своим контактам. Пишите как-то так, чтобы люди поняли, что это не розыгрыш, и чтобы этот Кайрат не прочел. Вряд ли ему все это удалось проделать без помощи спецслужб. Я пока парню своему написала, чтобы он не волновался и простил, что не смогла сегодня прийти на свидание. Вы издеваетесь? Пишите ему, чтобы что мы здесь, что у нас такая ситуация, что нам помощь нужна. Стоп! Сегодня у Ирины должно было быть первое свидание. Возможно, таким образом ее хотели выманить из офиса, ведь она допоздна всегда сидит на работе. Точно, он из их компании. Правильно, пусть думает, что ты приболела. Пиши только надежному человеку. Ну ты мозг. Потом проверю твою версию. Сейчас, думаю, лучше всего тебе поверить. Вот черт, соединение разорвалось. Нужно заготовку текста сделать параллельно. И батарейка садится. Я не могу рисковать всеми вами. Я не могу рисковать своей семьей. Я дам им бизнес на любых условиях. Благородно! Но это же дело твоей жизни! Последние 20 лет ты строила компанию, нарабатывала связи, клиентов. И сейчас ты вот так просто готова все отдать? Я предлагаю побороться. У тебя есть мы, и у нас есть время, по крайней мере, до утра, а то, может, и до полудня. С такими профи, как Ирина и Анель, мы не пропадем. Ну, а еще нужно взять твои мозги и мою наглость в расчет. Так что давайте, я предлагаю, чтобы каждый сейчас накидал свой вариант текста, который мы будем кидать вниз и выкладывать в интернет, если будет такая возможность. За работу, за работу. А чем я могу помочь? Вади, ну сделай запасы воды, там, я не знаю, убери со стола, это, пожалуй, самое важное для тебя. И надо, кстати, распределить наши остатки еды, чтобы было что пожевать 2-3 раза. А ткань? Ткань нужно использовать не белую, белый неправильный в нашем распаде цвет. Нужно что-то, яркое, красное, вот этот платок подойдет. Гульнар, сообрази, как повесить его на окно. Ну, работаем. Бумага будет. Вот что-то я не могу понять. Что именно надо писать? Я вообще писать складно не умею. Вот рассуждать это мое. Предлагаю сначала обсудить все вместе, а потом написать. Поддерживаю. Я тоже не могу что-то такое писать. Не привыкла. Специальность айтишника не предполагает правильного последовательного изложения длинных мыслей в словесной форме. Пишем. Да, кстати, они не знают, что нас пятеро. Они думают, что только нас двое, это нам плюс. Правда, не знаю, как его использовать. Или минус. Вместо вас двоих они теперь могут прикончить пятерых. Да давайте не будем о грустном. Простите, что я вас так подставила. Но замечание верное, поэтому надо писать как бы от двоих. А они могут нас подслушивать, раз со спецслужбами связаны, и водить нас за нос. А их записка вообще могла быть заготовлена заранее. Если все закончится благополучно, я бы на месте Гульнара тебя в замок взяла. Это точно. Аналитик Анель оказывается мощный. Ну, в общем, вот мой текст. СОС, мы в здании Finance Tower на 22 этаже, офис 2205, компания Dark Consult. Нас удерживают насильно, не можем выбраться, мобильные не работают, света нет. Это не шутка, просим срочно позвонить в полицию. Так, председатель правления Гульнар Садвакасова и секретарь Анель Бегельдинова. Для проверки достоверности мы вывесим на окне офиса яркую ткань. Еще время и дату укажите. Да, допиши. А вообще хорошо у тебя, Раис, получилось. Кратко, емко. Не зря на журналиста училась. Ага. Народ не растеряла, оказывается. В общем, предлагаю сделать несколько копий и занести информацию в компьютер на случай, если связь появится. О! Кстати, а может первым делом отправим послание в СМИ? Он же написал не делать глупости. Кто знает, может быть, он и имел в виду СМИ и полицию. Ну да. Я ведь рискую семьей тоже. Как же быть-то? Предлагаю тогда дописать в записке, что нам угрожают расправой в случае обращения в СМИ или полицию. Так, просим обеспечить безопасность для наших семей, до начала каких-либо действий.
Идеальная формулировка. Ир, ты в компьютер это записала? Конечно. Флешка есть, давай скопируем еще и на мой. Анель, распишите этот текст на 10 листочках. Вот. И пора бы подумать, как сделать так, чтобы они добрались до добрых людей. Кстати, давайте беречь батарейки. Отключайте свои мобильные, оставим только мой, Раисы. Угу. Я СОС по 3 раза напишу, чтоб наверняка. По 10 много. Да. А вы по мере готовности уже их как-то вниз переправляете. Надо подумать как. Ветер такой сильный, что надо в наши письма что-то завернуть. Или наоборот, их кидать в чем-то. Потому что если мы их бросим просто так, ветер унесет их в непонятном направлении. И люди примут их за обычный мусор, причем, наверное, уже на правом берегу. Ваше предложение. Лучше всего, думаю, подойдут не обычные мешки, а прозрачные файлы, папки. К ним доверия больше. Только их тоже надо чем-то утяжелить, чтобы они больше летели вниз, чем в непонятном направлении. Степлер, он тяжелый. А если кому-то на голову упадет этот степлер, соображай. На самом деле записки можно внутрь кошелька положить. Ну и сверху написать обязательно прочти. Кошелек, конечно, тоже, да, умница-то, но как бы... Не пожалею свой кошелек. Который ты за 500 баксов давеча купила? Да, из змеиной кожи. Ой, все, я, пожалуй, посплю. Да? Так спать хочется. Все равно один бесполезный запас, я все сделала, там в углу стоят. Нет, вот вообще поражаюсь. Вот лег спать человек, да? И никаких проблем. Поражаюсь этому люду вообще. Первые 2 записки готовы. Можете упаковывать. А можно мне взглянуть на кошелек из настоящей змеиной кожи? Смотри. Наверное, там надо 1005 тенге положить в качестве награды. 5000 тенге упадет кому-то на голову, ни с того, ни с сего. Ой, вот бы я там прошла, или моя дочь мимо проходила. Это почти 1/4 моей зарплаты. Нет, наверное, надо 1010, а то и 20 оставить, чтобы уж точно нас спасли. Как бы мне там очутиться, чтобы этот кошелек мне на голову упал? Кстати, вот предлагаю написать еще, что все, что внутри, это плата за вашу услугу. Угу. Конечно. Не факт, что сделают доброе дело. У нас и за оплату-то сейчас никто добра делать не хочет. Все либо гадкое делают, либо из-под палки. Да. А кто и по незнанию? Да, наверное, в каждое наше письмо надо 1005 положить тенге. Да, давай. Между прочим, уже 10 вечера. Все меньше и меньше шансов, что кто-то будет проходить мимо этих офисных зданий в такую погоду. Ой, или ветрующую. Не драматизируй. Я лучше еще сеть сломаю. А то пошла. Проблемка в том, что в поле видимости их всего парочка слабеньких. Наверное, с соседней высотки. На улице нет никого. Вон человек, вон! Вон еще парочка. Мимо проходит. Нет, им не до кошелька. Жаль, кошелек. Угу. Вот, не расслабляемся. Еще парочка экземпляров. Давай. Предлагаю что-нибудь еще придумать. Я не знаю, покричать, когда люди будут мимо. О, о! Надежда умирает последней. Слушайте, а вы не думаете, что нам надо что-то сочинить в ответ нашему Кайрату? Прошел почти час, он обещал воду вырубить. Предлагаю ему написать, что... Мы сдаемся. Ну пусть зайдет, мы посмотрим, кто это такой. А там и решим. Нападем. Он ведь думает, что нас двое. А видеонаблюдение они просто выключили, но могут догадаться и включить, начать наблюдать за нами. Поэтому предлагаю в качестве профилактики сорвать все камеры, ну или заклеить хотя бы. И все-таки проверить пожарную сигнализацию. Вдруг сработает. Закурите-ка, Раиса, вот под той пимпочкой на потолке. Действительно, почему бы не покурить? Анель, будешь? Нет, спасибо. Возьми. Тогда неси зонтик. Смешно. Ой. Ну, в общем-то, ничего не работает, как и предполагалось. Ай! Ай! Уголек! Уголек, господи, помогите мне! Помогите, уголек! Уголек!
Неси теперь свою сменку. Да, неожиданно как. Простите. Да, кстати. До каких пор мы будем держаться? Пока они не начнут убивать нас или наших близких. Ливень начался на улице. Там теперь тоже мокро. И вряд ли кто-то в такую погоду обратит внимание на наши бумажки. Может, оставшиеся ближе к утру сбросим? До утра можем не остаться в живых. Все решено. Я отказываюсь от людей. Это правильное решение. Хоть я без работы останусь. Зато живая. Уважаемый Кайрат. Какой он уважаемый-то? Опишите механизм, как будет происходить передача бизнеса. Надеюсь на вашу порядочность, что мои сотрудники Анели Серик, моя семья и партнеры будут в полной безопасности. Пойдет. Смотрите, тут еще одна записка. Я заметил, что вы начали заниматься глупостями, а ответа внятного так и нет от вас. Думаете, моих людей недостаточно, чтобы не наткнуться на богатые подарочки внизу? Придется ужесточить условия. Воду уже отключили. Если будут глупости такого рода, то ваш сын сегодня на ужин съест нечто неперевариваемое. Если будете благоразумны, то я должен увидеть подписанные бумаги через 30 минут. Еще раз повторяю, мои люди в здании контролируют все. Да, кстати, передавайте вашей подруге Раисе привет. Если она будет творить какие-то глупости, то пусть вспомнит прошлогоднюю историю. Они вычислили меня по автомобилю. Либо у них все-таки есть камеры слежения, и они не знают, что мы тут все вместе. Откуда он тебя знает, этот Кайрат? Что с тобой было в прошлом году? Я тогда как раз рассталась со своим бывшим. Я только сейчас вспоминаю, что он всегда очень живо тобой интересовался. Я даже ревновала. Ну и чтобы его удержать, я очень много рассказывала. Молодец. Да я не со зла. Да ты всегда завидовала и завидуешь ей. Я? Да никогда! Я всегда была более красивой и свободной. Более красивой, говоришь? Ну, я же стильнее одеваюсь, ты сама говорила. Даже я стильнее, пожалуй. Да заткнись ты! Не могу тебя ни видеть, ни слышать! Ты вообще хоть знаешь, что такое стиль? Я? А зачем? Вот. Я маленькая, никому не нужная. Вспомни, как ты приехала, Суськамана, вся такая бедненькая, бледненькая. Кем были твои родители? Простые рабочие с цинкового комбината? Ну, не совсем простые. Папа мой начальник цеха, а мама профсоюзами руководила. Не роскошествовали, да? Ну, я это быстро в Алмате исправила. Ведь я всегда была красивой и дерзкой. В отличие от некоторых зазнаек и зубрилок. Да, в нашей семье было принято зарабатывать интеллектом. Мои родители, если бы дожили, гордились бы мной. О, да. Я всего добилась своими знаниями. Да. Я диссертацию сама защитила, а вот ты всегда жила за счет моих денег. А ты не чуралась моих связей. Ой, да как ты уж эти связи заработала, уж я-то знаю. Уж как могу, и ты знаешь, ничего плохого в этом не вижу. Мои связи — мой талант общения. А ты... так и не научилась выстраивать отношения. Мужа и то не удержала. О, это ниже пояса. Конечно. А вот ты замуж так и не вышла. Одиночество твое дело. Ты же прекрасно знаешь, что я была замужем. Пара месяцев с этим кретином Дэвидом — это не замужество. Зато за иностранцем. И, ты знаешь, не хотела тебе говорить,
Но твой муженек со мной еще до вашего развода начал встречаться. Мы вообще с ним прожили несколько лет вместе. Счастливо прожили, между прочим. А я это знала. Но всегда ждала признания от тебя. Так ты еще и дура. Коварная и двуличная. Не коварнее тебя. Я никогда не верила в женскую дружбу. Но меня устраивало твое общество до сей поры. Теперь и я не верю. Да я шпионила за тобой и твоим бизнесом. Все они, твои замы, секретари, они стали моей агентурной сетью, понятно? Так вот, кому мы обязаны нашему сегодняшнему положению. Как это гадко, Раиса! Ну, Гульнара Туликеновна, я не... Глупости все это она уколоть побольнее хочет. Оно мне надо! Тупизм процветающий! Скоро все закончится, и мы расстанемся, надеюсь, навсегда вообще! Не хочу, конечно, прерывать вашу интеллектуальную беседу, но у меня, похоже, опять интернет. Сайт полиции очень долго грузится. Я текст пока разместила во всех социальных сетях. Кстати, Гульнара Туликеновна, ваша страница на Фейсбуке отсутствует почему-то. Снесли. А моя? Твоя тоже. Исчезли обе. Похоже, что они не знают только про меня и про Салтанат. Почему? Нас осталось 10 минут. Почему они не увезли меня одну? Убивать они меня не хотят. Им нужна моя подпись, и они хотят меня сильно запугать. Ну да. Что вы потом не нарисовались, как злодейка с наклейкой? Они все продумали именно в этом здании. Безопасность, электричество, контроль этажей. Оба-на. Опять нет связи, девочки. Да все мы тут сдохнем! Я вообще уже ничего не понимаю тут! Через какие-то 10 минут меня могут ни за что, ни про что лишить жизни! А вы-то? Да я с мужчиной никогда не была! А вы-то были! Кто замужем, кто просто! Я всегда так ждала его! Принца на лихом белом коне? Ну и хотя бы! И могла бы ждать до конца дней своих, лишь бы знать, что он любит меня. Да чушь! Бред, обычные офисные глисты. Ты та, из которой получаются отменные старые девы, одержимые какой-то невнятной страстью к мужику, бросившему их еще в молодости, ради минутного увлечения доступной подружкой или бредящей благотворительными вязальными кружками. Да был один. Я была согласилась пойти с ним на свидание, но он не пришел. Позже по новостям я узнала, что он в тот день насмерть сбил девушку. После этого мы уже, конечно, не могли встречаться. И ты ему не позвонила? Не поддержала? Нет, я испугалась. Трусиха, тебе стало жаль себя. А он отсидел? Он и сейчас сидит. Напиши ему хоть, идиотка. Она просто молода. А, сейчас это ничего уже не изменит. У нас 5 минут до принятия решения. Да, я сочувствую, Анель. Мы все совершаем ошибки, проступки. Иногда по глупости, чаще по малодушию. Когда судьба улыбается нам, мы не замечаем. Но в ответственную минуту рядом не оказывается никого. Ни мужа. Ни сына, ни дочери. Ни брата. Ни сестры, ни друга, ни подруги. Ни папы, ни мамы. И ты понимаешь, что надо проиграть, чтобы понять, что такое победа. Надо умереть, чтобы родиться заново и жить всем назло. У нас осталась 1 минута. Да, я уже написала письмо. Да. Оно на столе осталось лишь отдать ему. Давайте подсунуть. Я отнесу. Возьмите на столе. Да тут нет ничего. Я забрала письмо. Мне жалко твоего сына, но еще больше мне жалко твой бизнес. Ну что, отдай. Ты же понимаешь, что дело не только в сыне и в бизнесе. Я подставляю опасности всех вас, в том числе и тебя. Я написала вместо него свой текст. Свой текст написал. Да, и положу свое письмо, прочесть которое мы не успеем, вуаля! Отдай мое письмо. Ненормально. Кайрат, это не мой текст, не мое письмо, его писала Раиса.
Если с моим сыном что-то случится, я убью тебя собственноручно, Раиска! Что было в письме Раиса Кудайбергеновна? Ну хорошо, я скажу, только давайте сядем. Сядем. И что-то кушать хочется. Эй, как там тебе, Салтанат? Организуй нам что-нибудь. Я здесь не для этого, чучело. Уродина! Ты хоть со стола вон, убери! Я сама соберу на стол. Как мне надоело это ожидание. Смерти. Действительно, пора силы подкрепить. Ну, в общем, я предложила Кайрату вместо твоего бизнеса свой остров. Остров? Ну, мне один мой поклонник в 90-е купил остров недалеко от Венеции. Это мой остров, я сдаю его в аренду и получаю ежегодно прибыль. Так что твои денежки и мои связи — это просто бред сивой кобылы, подруга. Но. Дай договорить. В общем, я взвесила все за и против. Я не хочу терять единственную подругу. Как же ты долго это скрывала. Но твой остров гораздо более выгоден, чем мой бизнес. Давай отдадим к черту этот офис и спасем твой остров. Раиса, а вам на острове программист не нужен случай? Интересно, да? А менеджер по приему туристов? Теперь все вопросы к Айрату, он делает выбор. А у меня улучшилось настроение, и я хочу курить. Ой, что-то холодно. Как бы сейчас хотелось оказаться на этом острове, неподалеку от Венеции. Ой, смотрите, опять бумажка. Прочти. Я волнуюсь. Волнуется. Ваше предложение великолепно, Раиса. Я бы согласился тут же, будь я уверен в вашей порядочности. Мне нужно время, чтобы проверить информацию. По крайней мере, одни сутки. Так уж и быть, на эти сутки я распоряжусь включить вам воду. Смотрите-ка, какой джентльмен. В остальном вам придется потерпеть. До утра. Кайрат. По скриптум, вся эта ситуация на самом деле продиктована особыми обстоятельствами. После передачи острова готов обсудить, если кому-то интересно. Одни сутки в неизвестности. Мои нервы не выдержат. Ой, все, я спать. Да, всем надо как-то устроиться. Я пойду к себе в кабинет, на стульях посплю. И спасибо тебе, дорогая, за придумку с островом. Я обязательно возмещу тебе, когда куплю остров. Да ну брось! Это своеобразная плата за долгую дружбу. Как ты великодушна. Вот никогда не думала, что за дружбу надо платить. Платить нужно за все, только валюта разная. Боюсь вообразить, какая ваша любимая валюта. Гнусные вы какие! Я тут вашу шкуру спасаю, а вы? Да если б не вы, мы бы тут не оказались. Глупышка, уж тебе-то радоваться надо. Тобой они интересовались не меньше, чем гульнариными богатствами. И если для Гульнары сейчас более-менее становится все ясно, то для тебя исход наших приключений вообще не очевиден. Вы подлая. Какая есть? Вас еще не спросила. Ой. Ну и дуры. А что эта чурка свалила, так мне больше места. Да ну извините, немедленно! Перед Салтанат! И перед Анель. Вот еще. С какой стати-то? За чурку. Ира, я что, тоже чурка? Нет! Ты образованная девственница. Из красной книги экземпляр. Но труслива. И мнишь о себе, что умнее всех на свете. Угу. А я ведь могу и не выдержать. И я тоже. Ирина, золото! Ну ты-то по-настоящему умная. Ну ты пойми, на чьей стороне ты играешь. Они же эксплуатируют твою преданность, интеллект за гроши. По крайней мере, не злословят, как ты. О! Мы уже на «ты»? А с тобой по-другому уже и нельзя. Вот давай, тварь. Тварь! Отпустите меня! Отпустите меня, вы глупые! Как бы не так, Харин, что извиняйся! Не извиняйтесь, так отпустите меня! Шоки, вы сами не ведаете, что-то...
сдалась. Психопат, не уругайся. Возможно, мы и не ведаем, что творим. Возможно, у меня нет никаких островов, там кошельков из крокодильей кожи, офиса на 22-м этаже. У меня есть честность, порядочность, свобода делать, что хочу, и думать, как хочу. Это иллюзия. Ни у кого из нас нет свободы думать и действовать, слышишь? Все уже предрешено, кем-то продумано. Финансовые кризисы, военные конфликты, оранжевая революция и прочая хрень с телевизора неспроста. Нас всех запугивают, чтобы поставить на место. Только вырвешься из-за бедности, только поднимешь голову, как тебя тюк, и нет больше твоих накоплений. И опять весь кредит в 6 секунд. У меня совесть будет чиста, если ты извинишься. Так дело только в очищении совести? Да. Все хотят быть с незапятнанной совестью, но сегодня день такой, и есть шанс, так сказать. А часто ли вы проявляете свою совесть в обычных обстоятельствах? Вот ты, Ирина, наверняка ведь недовольна зарплатой, например. Ну, положим, что так. Да ты переживаешь, что после двух девальваций она не в долларах. И что? Да у всех людей, у многих так, понимаешь? Но твоя зарплата в 300 тысяч тенге еще более-менее, согласись? Ну ты наверняка задумывалась о таких людях, как Салтанат, чья зарплата в районе 20 тысяч. Задумывалась. А мне их жаль, а я не знаю, что делать. Я даю милостыню, помогаю, как могу. Ты заглушаешь свою совесть, а слабо выйти на площадь, вступиться за тех, кого наше государство и общество обворовывает. Оно толкает их в нищету, оно кидает их на самоубийство. Ты хоть слышала, сколько самозажжений в последнее время в Казахстане? Или вот ты, подруга, тоже ведь недовольна, бизнес отбирают. Так почему не звонишь в полицию, знакомым депутатам? Да вон, в конце концов, а? Полиция куплена. Конечно. Депутатам не захочется бороться. А он такими делами вообще не занимается. А новый бизнес я подниму, опыт есть. Деньги найду, не проблема. Мне не резон прослыть скандалисткой. Да твой привычный мир разрушится. Ты хоть и поднимала карьеру в трудах, но тебе не пришлось выдержать общественного презрения и непонимания родных. Слышала? IT-чудо! Все ищут в себе причину не выйти на площадь. Вместо того, чтобы искать причину выйти и выразить то, что думаешь. А я бы вышла. Ага. Но не хочу подставлять отца. Он делает все, чтобы остаться здесь, рядом с мамой, с могилой. И вообще, мы же здесь привыкли, в Казахстане родились. Могли бы вообще покинуть эту страну. Ну какой резон усложнять себе жизнь политикой? Мы так боимся, что нас могут погнать в любой момент. Кто ж вас погонит? А ты не знаешь, как будто. Не знаю. И мне стыдно за мой народ, что у тебя, у русской, появились такие мысли. Не только мысли, но явное ощущение, что гонят. Это ужасно! И я никогда не выйду на площадь. Я боюсь сидеть в тюрьме. Я как представлю, что меня кто-то хватает, крутит руки, делает больно. Нет, увольте. Не для этого я рождена и воспитана. А для чего ты рождена? Вместе с миллионами твоих сверстников. Чтобы быть винтиками в огромной громыхающей машине, полной горючего, с абсолютно неадекватным управлением. У которой машины, у которой тормоза уже, похоже, отказали, а? Но мне нравится быть полезной, выполнять свои функции. А с чего вы взяли, что в машине тормоза отказали? Вот. Девочки с 22 этажа включают мозги. Ну я с собой довольна. Не зря жила. Думайте, думайте. Это порой бывает полезно. Я стала спросить у вашей уборщицы, почему она не на площади? Уж ей-то сам Бог велел с таким положением дел. А я была на площади в 86-м году. Только чего мы добились? Разве ради вот этого мы старались? И мы считали, что поступаем правильно. Нам хотелось справедливости. В едином порыве, молодые, красивые, мы вышли на площадь, чтобы сделать свое будущее и будущее наших детей независимым, процветающим. Но на морозе нас обливали шлангов, нас разгоняли дубинками, нас хватали и волокли за волосы. И была у меня тюрьма, и болела я там. Из института отчислили, понятно. Потом на работу долго не могла устроиться. 30 лет прошло. С мужем мы счастливо пожили. Но умер он, не увидел Ильюшу.
Меня и сын тогда выгонял, я все равно к ней ходила. Не отдадут ее мне. Нет, не отдадут. Ни в чем смысла не вижу. Не на площадях жизнь меняется, в головах должно измениться сначала. Сердца нужно зажечь таким, как я. Мы потухшие все. А ты, Раиса, ведь это и не выходишь, вся такая с включенными мозгами и просветленной совестью. Моя совесть не такая чувствительная, как ваша, девочки. Я давно поняла, что бороться бесполезно. Ну, придет кто-то другой, понасадит он своих родственников. Понаграбят они опять из государственной казны. Ничего не изменится. Мое кредо. Никакой политики. Живи в свое удовольствие. Так ты будешь извиняться или мораль нам читать? Ну, сделать становится невыносимо. Водички попейте, легче станет. Что вы собираетесь сделать? Лично я готова ее убить. Полюбуйся, подруга. И я тоже. Ага. Восставшая быдло. Да заткнись ты, скотина. Девочки, остановитесь. Это подло, это глупо. Вас двое, вы сильнее. Кто бы мог подумать? Я взрослая, успешная женщина. С устоявшимися взглядами. Сижу, понимаю. Что тут такое творится? Когда от меня уходил муж, мне и то не было так больно. Он оставлял меня в 90-е с двумя малышами, я думала мне не выжить, но я вцепилась в свою идею. Я нашла партнеров, меня бросали, обманывали. Но я держалась. Ты же помнишь, как это было, Раиса? Как же не помнить? Твои малые были тогда полностью на мне. Я их возила на ипподром, на танцы, на теннис. А теперь твои коллеги меня избивают. Вот это я понимаю, поворот судьбы. И ты даже пальцем не пошевелишь. Прости. Я ненавижу себя. Сегодня я всего лишилась. Даже самоуважения. Раиса, я не хотела, так получилось. Она вывела меня. Простите меня. Нас. Бог простит. Еще вчера у меня были надежды на будущее. Но я увидела вас, и я услышала вас. У меня нет будущего. У меня нет ни денег, ни связи, у меня нет ни веры, ни надежды, ни любви. И у меня отнимают даже семью. Моя дочь, я знаю, она мной тяготится. Зачем мне нужна такая бедная, необразованная, несчастная мать, занимающая лишнюю площадь? А моя внучка, ей лучше не видеть моего примера. Пусть она смотрит на дочь успешную, красивую, и дочь встретит достойного мужчину, и я знаю, они воспитают Ильюшу. И без меня ей отдадут. Все-таки тетя, все-таки 20 квадратов есть. А я знаю, мне не место давно на этом свете. Обществу наплевать на маленькую женщину, честно зарабатывающую свои нищенские деньги. Общество не хочет меня замечать. Мы, люди, невидимки, которые делают вашу жизнь удобной, вашу богатую, успешную жизнь. Жизнь, которую мы не заслужили, просто потому, что нам не повезло. Да дело не в везении. Нужно перестать жить в унынии, только и всего. Перестать жить. Уныние – это мое дело. И я хочу быть уважаемой даже в унынии. Да за что уважать-то тебя? Да за то, что я человек. И я имею свободу делать то, что я хочу. Остановите ее! Стой! Стой! Подожди! Это розыгрыш! Это розыгрыш, нет никакого кайрата, нет острова, нет шантажа. Это шутка для Гульнар. Это розыгрыш, понимаешь? Понимаешь? Остановись. Я имею свободу делать то, что я хочу. Остановись!
зайди внутрь, повесь тишину на крюк. Иначе секунды бегут так неуютно быстро. Расправь от складок жизнь, достань утюг. Ты погонщик слонов, останови мысль. Двигайся плавно из прихожей в просторный зал. На полу разноцветные мандалы из песка. Думая главным, от мелкого знаю устал. Бессмысленный шум, знакомая такая тоска. На что потратил свою жизнь, скажи? Сколько завел привычек, сколько придумал дел. Песок, я сотру все рисунки, которыми так дорожишь. Зайдя сюда, ты потерял все, что имел. Обиду не прячь, кричи, криком раскрась мой смех. Смотри, узоры превращаются в серую пыль. Эти песчинки, твоя гала дали и твой успех. Взамен я подарю тебе песни вечных цветов. Вокруг цветной песок, да и тот не наш. Мы квартиранты, мы не владельцы этих скафандров тел. Запиши, что сердце шепчет, вот карандаш. Любил ли, забыв себя, о том ли мечтал, того ли хотел. Разрушь все эти мандалы из песка, решайся, обесточат от гнев. Во всем виноваты мы сами. Знаешь, нет смысла на меня обижаться, ведь ты в своем внутреннем храме.